Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта» и я ее ведущая Марина Вахрушева. И сегодня мы обсуждаем окончание спартакиады здоровья среди профессорско-преподавательского состава. У нас в студии присутствует начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Но прежде чем мы поговорим об итогах спартакиады, мы предлагаем вам, дорогие зрители, посмотреть сюжет о мини-футболе. Для спортсменов данная дисциплина являлась последним шансом изменить ситуацию в лучшую сторону в турнирной таблице. Обо всех подробностях с места событий Софья Чугунова. 7 февраля на паркете КСК КФУ «Уникс» состоялась заключительная часть турнира по мини-футболу среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета «Спартакиаде здоровья». Всего в турнире участвовало 12 команд, по 3 в каждой группе. Одним из фаворитов турнира являлась команда Набережно-Челнинского филиала КФУ. Сначала сыграв ничью с Институтом фундаментальной медицины и биологии, а после победив со счетом 5-0 команду Института управления экономикой и финансов, челнинцы все-таки не смогли пробиться в полуфинал, уступив другому фавориту – кафедре физической культуры, которая пробилась в полуфинал и проиграл департаменту молодежной политики. Во втором полуфинале играли команда IT-лицея с юридическим факультетом. Несмотря на атакующий стиль игры, лицей не смог обыграть своих соперников в основное время, и исход встречи решила серия пенальти 3-2. Победа лицея. В матче за третье место команда юристов противостояла общеуниверситетской кафедре, которая с минимальным счетом победила юристов 3-2. Таким образом, в финал вышли команда IT-лицея и департамента молодежной политики. Однако департаменту не удалось грамотно выстроить линию обороны, что привело к разгромному поражению от айтишников. 3 забитых мяча против 9 пропущенных. Победа IT-лицея. Сыграли, в принципе, хорошо. Мы играли 2 игры подряд. Вот, первая игра у нас с дороги. Мы приехали, переоделись, играли в ничью. Сейчас уже вышли с четкой задачей. Понимали, что нам нужно обыгрывать 3-0. Как минимум в разницу 3 мяча, чтобы занять первое место. Обыграли 5. Считаю, что получилось все. Даже сам принял участие во второй игре. В первой, скажем так, отдал на откуп основному составу. А во второй игре вышел, сыграл, потрогал мяч. Площадка отличная, атмосфера шикарная. Игроки, уровень хороший. Софья Чугунова, «Неделя спорта». Спартакиада здоровья завершилась, и сейчас у вас на экранах итоговая таблица результатов. Первое место заняла общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта. Серебро у Набережно-Челнинского института. И бронза досталась юридическому факультету. Места с 1 по 8 вы можете видеть у себя на экране. Алексей Николаевич, какие бы вы могли подвести итоги по окончанию спартакиады? В этом году спартакиада выдалась очень интересной. Радует, что в этом году количество команд увеличилось. Всего приняло участие 22 команды, представляющие подразделения нашего университета, в том числе и одна команда из Набережно-Челнинского института. Интересен тот момент, что в данной спартакиаде до самого последнего вида не был известен фаворит. В последнем виде мог измениться победитель. За борьбу боролись Набережно-Челнинский институт и общеуниверситетская кафедра. Также было интересно посмотреть, кто же займет третье место. На данную позицию претендовали несколько подразделений. Это юридический факультет, Институт управления экономикой и финансов и Институт физики. В данной борьбе победу одержал юридический факультет и занял достойное третье место. А вот возникали ли какие-то сложности? В этом году сложностей больших не было, так как огромную работу провели организаторы. Хотелось бы выразить огромную благодарность правкому сотрудников нашего университета, общеуниверситетской кафедры, ну и, конечно, департаменту по молодежной политике. А вот какие у вас остались впечатления, приняв участие во многих дисциплинах? Впечатления, они, наверное, разные. Если рассмотреть позицию организатора, очень рад, что спартакиада у нас расширилась, как и в количестве команд, так и в виде спорта. Впервые в этом году у нас в спартакиаде было проведено 10 видов спорта. А как участник могу отметить, что, с одной стороны, я доволен спартакиадой. Мы впервые в этом году добились серебряных медалей в соревнованиях по мини-футболу. С другой стороны, немного огорчен своими результатами в некоторых видах спорта. А вот как вы считаете, что мотивирует преподавателей участвовать в спартакиаде? Ну, в первую очередь, для преподавателей эта спартакиада интересна тем, что они встречаются в неформальной обстановке, беседуют между собой, знакомятся, ну и принимают участие, соревнуются между командами.
А по поводу новой дисциплины боулинг, как показали себя спортсмены? Я считаю, что данный вид спорта в этом году мы вели удачно. Оказался самым массовым, в нем приняли участие 18 команд. Надеюсь, что на следующий год этот вид останется, и в нем примут участие новые команды, попробуют свои силы. А вот какое будет следующее мероприятие, в котором примут участие преподаватели? Преподаватели у нас в течение года будут принимать активное участие. Открою секрет, буквально в феврале у нас запланировано массовое мероприятие соревнования по мини-футболу, товарищеский матч между преподавателями и студентами, куда я всех приглашаю посмотреть захватывающее зрелище. Угу. Поздравляем вас с успешным завершением спартакиады, а также хотели бы поздравить с победой в 13-й ежегодной студенческой премии «Студент года 2017» в номинации «Лучший студенческий клуб». Ожидали ли вы, что Казанский федеральный одержит победу? Несомненно, студенческий спортивный клуб Казанского федерального университета является одним из лидеров в республике на протяжении последних лет. Не побоюсь этого слова, не только в республике, но и наш студенческий спортивный клуб смотрится достойно на всероссийской арене и является также одним из лидеров в России. А вот расскажите для наших зрителей, в чем заключается деятельность спортивного клуба? Деятельность студенческого спортивного клуба в первую очередь заключается в пропаганде здорового образа жизни, проведении дополнительных спортивных мероприятий, куда не допускаются в первую очередь студенты высокого спортивного уровня, мастера спорта, кандидат мастера спорта. Ну и, соответственно, проведение массовых мероприятий, участие в оздоровительных мероприятиях. Угу. А по каким критериям отбирали победителя? Вы не знаете? Ну, критерии, они прописаны в положении. К сожалению, это положение не до конца изучил. Но в первую очередь это работа студенческого спортивного клуба в ВУЗе, пропаганда здорового образа жизни. И в этом году, насколько я помню, это работа с болельщиками. Болельщиками на крупных спортивных площадках нашего города. Боление за профессиональные команды нашей республики. Это волейбольный клуб «Зенит», «Динамо», «Казань» и, соответственно, хоккейный клуб «Акбарс» и другие. Планируете ли в следующем году подавать заявку? Ну, на этот вопрос, я думаю, лучше ответить председатель студенческого спортивного клуба, так как я не являюсь представителем данной общественной организации. Надеюсь, ребята сделают выводы, корректировки и примут участие. Ну а сейчас перейдем к мероприятиям. Какие планируются следующие? В феврале у нас запланировано огромное количество мероприятий. В первую очередь будем внимательно смотреть за участием студенческих команд нашего университета в студенческих лигах республики. Татарстан по хоккею, по баскетболу, волейболу. У нас запланировано соревнование ближайшее по мини-футболу в рамках спартакиады студентов и аспирантов, гиревому спорту и другие мероприятия. Мы обязательно осветим данные мероприятия. Но сейчас, дорогие зрители, мы объявим пятерку лучших спортсменов по итогам января, которые попали в номинацию «Олимп». Телеканал «Универ ТВ» совместно со спортивным клубом Казанского федерального университета объявляет премию «Олимп». Каждый месяц вы выбираете лучшего спортсмена Казанского федерального. Руслан Галиев, Дарья Джиджула, Олег Батьков, Данир Кашфулин, Юлия Мурузова. Лучший спортсмен января. Голосование стартует 16 февраля. Подведение итогов в эфире программы «Неделя спорта». Первый этап голосования уже стартовал и продлится до 19 февраля 17:00. Голосование за двух лучших спортсменов начнется 19 февраля в 18:00 и продлится до 20 февраля 10:00. Итоги подведем 20 февраля в программе «Неделя спорта». Алексей Николаевич, кого вы считаете фаворитом в данной пятерке? Данная пятерка у нас впервые в таком составе. Очень интересно будет посмотреть. От себя лично хотел бы выделить несколько представителей. Это, во-первых, у нас впервые представители сотрудников профессорско-преподавательского состава.
Руслан Галеев. Это представитель Набережно-Челнинского института. Руслан в этом году добился победы с партнером в спартакиаде Казанского федерального университета среди сотрудников. Занял первое место по бильярду. А затем добился высоких результатов на республиканской арене, тоже в спартакиаде сотрудников, где завоевали серебряные медали. И хотел бы выделить представительницу женского пола у нас, Дарья Джиджула. В январе месяце она показала очень высокие результаты на всероссийской арене. В парном разряде они стали победителями всероссийских соревнований среди студентов по бадминтону. Также в чемпионате России добились бронзовых медалей. Три представителя остальных у нас определились по итогам внутривузовского этапа чемпионата АССК России. Надеюсь, также будут высоко. И интересно все же, кто же станет победителем. Да, вот мы узнаем 20 февраля, кто станет победителем. Но я напоминаю, что первый этап голосования уже стартовал и продлится до 19 февраля 17:00. Голосование за двух лучших спортсменов начнется 19 февраля в 18:00 и продлится до 20 февраля 10:00. Итоги подведем 20 февраля в программе «Неделя спорта». Голосовать можете в группе ВКонтакте, ссылка у вас на экране. Но я напоминаю, что сегодня у нас в студии был начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо вам за приглашение. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания.